Всем привет, я Донис, мы начинаем проходить Call of Duty World War 2. Отношение к Call of Duty ко всем частям у меня всегда было двоякое. С одной стороны, как игра, она... Все части мне нравились, все великолепные были. Всегда летали у меня на компьютере, никаких подтормаживаний, вылизанные были. Управление всегда суперское было. Ну, это ураганный геймплей, шутер от первого лица, законодатель моды в этом жанре. Столько всего нового принесли. Достаточно вспомнить то, что вот жизни самовосстанавливающиеся были впервые в Call of Duty именно, во второй части, если не ошибаюсь, использованы. А вторая составляющая — это сюжетная. Она тут такая спорная. Не то чтобы плохая, но местами раздражающая. Например, та миссия, когда мы должны были в московском аэропорту расстреливать людей. Это уж ужас вообще. Ну и тому подобное. Ладно, не будем о грустном. Эта игра обещает быть прекрасной. Начинаем мы игру уже практически в конце войны. Уже все заканчивается. 44-й год. Начинаем сначала. Этот звук отстраивал. Так, ну, ветеран... Нет, закаленный. Самое для интереса, как правило, из четырех сложностей закаленный. Самое лучшее. Нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории. Но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. Да, выглядит все очень красиво. Ну, профессионализм. Всегда все игры Call of Duty были высочайшего профессионализма. This day is set upon a mighty endeavor. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Да. Как всегда, все вылизано до идеала. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. Красиво. Сейчас очень красиво было. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. А Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. Айело ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. А. Прекрасное начало. Во-первых, графика сразу бросается. Очень красивая графика. Она, кстати, максимальная стоит. Ну и сразу нам представляют персонажей. Я так понимаю, мы будем проходить войну вместе с ними. Оживляет их. Это только плюс. Давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время.
Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Mm-hmm. Запомните, не стоит воровать у вора. Все. А теперь как все четко делает. Нормально. Злости Аела хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Ночью она говорила другое. О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот образок? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой! Сбор в 6 часов, мы опоздаем. Все будет в порядке, Дэниелс. Не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон. Он просто душка. Думаете, вы особенные? Краут и вас на обед сожрут. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Кто такие Краут? Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс. Срежиссировано, опять же, на 5 с плюсом. Ну, все великолепно, вылизано. Не придерешься. Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы... Последнее, что отделяет мир от тьмы. На самом деле, конечно, не для этого, чтобы Советский Союз не дошел. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе. Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Да, красиво. Отрендерено, конечно, но очень красиво. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Супер. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Да, отрендеренные лица. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня так... Ничего себе, у него нервы. Прямо высадка, а он пишет, ну это да. Круто. Я дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим. Надо продвигаться. Как красиво. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Слушайте, в плане я графики вообще супер. Я с гордостью поведу супер. Вас в бой. Всегда и везде. День высадки 6 июня 44-го побережье на пляж марке Нормандии, Франция. Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен быть. Обалдеть. Дэниел, огонь есть? Конечно. Начинается. Нам надо отступать! Вспоминается старый добрый Medal of Honor. Мы заблудили! Впервые там была эта высадка. Ты слышал приказ! Вперед! Черт побери! Уже 200 ярдов! 20 секунд!
Дальше! К награждению! Капельца! Цель! Подбелор к проволоке! Быстро! Приготовиться! В атаку! Бросить трап! Здесь нет укрытий! Это приказ! Сбрасывай трап! Ух, сейчас первый ряды сразу. О, в нас врезался второй корабль. Жесть, мясо, всех покромсали. Ужасно. Боже, это действительно ужасно. Ужас. Пригните, идем вперед! То есть сержант наш, да? Дэниэл! Мы, наверное, вдвоем только и остались. Отпрыгнуться не... А вот. Ух, вода красная от крови. Нет, это правда, конечно, ужасно. Ужас так. Бери Бангалоры к заграждению! Нам нужен путь бункера! Ужас без ноги. Дэниэл! Тебя этому и учили! Живо бери Бангалор! Это ракетница, да? Ты справишься! Да, сэр! О, боже! Так, другое оружие нельзя взять? Когда... М1 гарант. Они перезаряжаются! Иди! Всегда с этой винтовкой начинаю. А, вот еще. Что за гризган? Это британский, что ли? Стэн еще его называют или нет? Что-то я не помню, гризган. Как гарант возьмем. На дальней дистанции, думаю, он лучше будет. Так, ну стрелять тут особо смысла нету. От укрепления к укреплению надо. Быстрее беги давай! Замыкаешь, не отставай! Дэниэл, живо к укреплению! Выдвигайся! Они падают. К укреплению! Живо, я подойду! А, контур увеличенный. Дэниэл, тащи Бангалор! Бангалор, первый раз слышу такое определение ракеты. Помню, в детстве всегда базука называли. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так, а жизни тут восстанавливаются? Секундочку, тут сделали жизни как раньше. То есть они не заполняются автоматически. Со времен первой Call of Duty такого не было. Но это хардкор. Это хардкор. Для разнообразия интересно. Ну, это мешает ураганности геймплея. То есть иногда нам придется возвращаться за аптечками или как-то. Следить за здоровьем, на рожон не лезть. Лежать, лежать. Ой-ой-ой-ой-ой, хреново дело. Пол хп нет уже. Чё это у него за автомат был там, не ППШ? Дэниэлс! Взрывай Бангалор! После того, как пробьемся, идем к бункеру! Где-то это было, то ли в фильме «Спасти Рида Урайна», то ли «Медал оф Конор», точно так же мы. Дергай, дергай! А, точно, точно. Так, центральная кнопка мыши. Так, а куда? Как? Берегись! Нужно оружие на изготовку! Прямо потом! Пошли, 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 пошли! Боже, пошли! Сколько людей гибнет? Это ужасно! В окопы! Живо! Я одним выстрелом двоих сразу? Зараза!
Ой, ППШ! Откуда здесь ППШ? ППШ! Секунду, где там? Офигенно! С ППШ будем! Блин, крутяк! Это радует уже. Конечно, не исторично, но радует. Так, а место тогда этого? Возьмем, наверное, гарант. Дальнобойное и ближнебойное. А раньше нельзя было в старых играх перезаряжать гарант, пока не отстрелял. Потому что приходилось стрелять все патроны. Блин, ну в плане графики великолепно. Обычно Call of Duty все-таки в плане графики смотрелось как немножко устаревшая игра. Как двухлетний где-то давности. По-моему, тут все на высшем уровне. Текстурки хороши, все прекрасно. Пока что все радует. Что за ваффе? Ваффе 28, дробовик, наверное. Блин, интересно, что все попробовать. Я еще с гарантом не наигрался. Вот ваффе очень похож на Стена. Блин, не знаю, что взять. Ладно, гарант. Какие текстуры прекрасные. Тушенка великолепная. Да, уж пока все радует. Твоя рана выглядит паршиво. Вот, держи. Спасибо, друг. Так, аптечку использовать. Шестерка. Ой-о! Так, надо повесить аптечку на какую-нибудь кнопку дополнительной мышки сейчас. Почему-то не было кнопки кинуть гранату. Вы его... Граната! А, понятно. Была кнопка боевое снаряжение. Это и есть граната, значит. Дюсьман. За мной! Вперед! Это немцы или нет? Да, походу дело немцы. Ой-ой-ой, блин. Так, значит, у нас Ctrl лежать, Сэ присесть. Ахтунг. Point hurt meat. Ага. Ну, аптечками прямо затоварили. Сердечко. Какая прелесть. Кстати, может возьмем вот этот вот кар. Кар он вроде как убойнее, чем М1 гарант. Мы не пройдем, пока не избавимся от этих пулеметов! От бедра точно стреляет довольно. Так, кстати, не было кнопок. Так. Что-то там не так. Не было кнопок вот немножко в сторону, влево, вправо высунуться так. Вроде в Call of Duty этого не бывает. Да кто там стреляет? Это немец? Нет, это Зусман. Я что, его не убил? Да. Нам надо попасть в бункер! Что-то как калека. Так, убивать противника, чтобы заработать способности отряда. Тратить все аптечки, блин. Эх, сейчас соберусь.
карабинир. У нас патроны, кстати, заканчиваются для ППШ. Неохота выкидывать. Где-то боеприпасы, открытый прицел. Ничего не осталось! Идем налево! Самолеты помогают, вот дела. Особого смысла пока что в винтовке нету, тут ближняя дистанция. Швайна. Дэниел, вы с Турманом идете вперед и зачищаете бункеры. Живо! Смотреть в оба! Вперед, быстро! Классика, зачистка бункеров. Быстро кто высадка получилась. Плохо немцев вижу. Убил его там. Блин, 12 патронов. Берем вафы. Ну так неохота ППШ кидать. Ладно, возьмем, значит, вместо этого стакара ППШ, пока походим с вафы. Не, ну красиво, в плане графики великолепно. Может, чуть хуже, чем Battlefield 1. Площади тут, пожалуй, поменьше. Все уже посмотрел вокруг. Ну, площади всегда в Call of Duty очень такие ограниченные. Во многом именно из-за этого игра так всегда плавно работает. Ощущение, что немножко урезано лицо. Текстурки. Все равно неплохо. А, MP4. MP40, то есть. Это вообще классика. Самое, наверное... Самый массовый автомат Второй мировой. Немец? Еще не до конца определяю. Он, конечно, стреляет медленно, но хороший. Точный. Обычно. Секундочку, а Зусман? Тут же Зусман где-то был. Первый готов! Выходим! Бункер чист! Как так получилось, что Зусман там, а тут столько немцев было? Ладно. MG-42. Получайте, поганые фрицы. Так, там для ППШ. О! Патрончики появились. 35 всего ППШ. Мне что-то казалось там побольше. Не 70 ли вообще там патронов было? Это ж не рожковые, правильно? Это ж ППШ с барабаном. Пулеметы все еще стреляют по берегу!
их убрать! Помогите! Все в порядке? У меня твоя аптечка. Окей. Ух ты. Гранатки. Дэниелс, бросай дымовую! Дэниелс! Как дымовые-то кидать? Кидаю гранату! Вот там. Дымовую, живо! Знать бы еще, как дымовую кидать. Аптечка! И так обошлось. И кто-то все равно нахунял. Дым, интересно, спрайтовый? Для объема. Ну, по-моему, спрайтовый. Ну, качественно сделан. Спрайтовый, но не видно. Возможно, частично такой. Я помню раньше, когда реальный дым где-то в играх встречался, сразу тут тормозить игра начинала. Ну, в смысле, не спрайтовый, а вот объемный. И всегда мне нравилась Call of Duty реакция врагов, когда в них стреляешь. Они сразу так корчатся начинаются. это... Нет, это наш, боже ты мой. Упси. Чё там случилось? Ну! Чё там, ещё кто-то есть? Патроны, не слежу. Блин, тупейшая смерть, идиотская просто. Все, надо собраться и серьезнее играть уже. Все, наслаждаюсь графикой. Полетела граната! Какая нафиг дымовая? Итак, всех бьем. Все, надо сосредоточиться на игре, стрелять. Привет, уже. Аптечка. Че, нету гранат больше? Пойду возьму. О! Забирай аптечку, когда сможешь! Давай, давай! Блин, не попал. Этот бункер зачищен! Дальше! Да! Все наружу! Бункер чист! Ну все, собрался и нормально. Не аптечка! Не, ну красиво сделано, текстуры прекрасные вообще. Красивая игра, очень красивая. Наверное, на данный момент самая красивая игра про Вторую мировую войну. Открытый прицел, это, так понимаю, вообще без прицела, то есть, ну, вот такой обычный. Что там? Люфтваффе? Что за Люфтваффе?
У меня твоя аптечка. Дробовичок? Нет. Хотя с дробовичком тоже интересно. Возьмем люфтваффе, попробуем. Люфтваффе, это что-то с авиацией, по-моему, связано. Вообще так, в немецком языке, если я не ошибаюсь. Дэниел, артиллерия! Следующая атака наших не пройдет! Идем дальше! Артиллерия стреляет по нашим! Yes, сэр! Ух ты! Куда смотрел? Не, ну автомат лучше. У меня аптечка. Давай. Я пошел! О, огнемет. Ух, как красиво огнемет тут работает. Бросаю гранату! Дэниел, у меня тут аптечка для тебя! Это немцы? Все, хватит баловаться. Так. Огнемет, все. Так, N. Это способность какая-то. Мне нужна аптечка! А, понятно. То есть на нее наводишься, просишь. Че, он сколько угодно дает? А, заполниться должна шкала там. Все окей. Так, кар возьмем. Боеприпасы на ППШ у немцев. Прикольно. Не, ну, конечно, не исторично, но спасибо, что ППШ сделали. Прикольненько. Я не всегда сразу соображаю, немец или нет, поэтому не сразу стреляю иногда. Секунду, я взял с собой МГ. Дела. Шикарно. Так, я карту взял. Тут где там МГ был? Ну все, теперь всем смерть. Блин, нет патронов. Ну что за дела? А для МГ нельзя брать. Понятно. Так, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.